становится лидером Transformation Center. Не отлучайтесь от Иерусалима не на шаг, пока не получите силу. Проповеди пастора Андрея актуальны и просты, но играют большую роль в самых сложных моментах жизни человека. Слушайте и смотрите проповеди пастора Андрея Жаповалова. Хорошо, дорогие, итак, мы с вами продолжаем дальше. Я опять говорю, вы знаете, в прошлом году папа меня в это время, знаете, засунул в видение. Именно вот в это время у меня постоянно, знаете, когда был в видениях, это вообще уникально было. У меня эти глюки, знаете, это были открытые видения, они у меня были везде. В клубе, в бассейне, прямо на дороге, на шоссе. И мне нужно было резко все бросать, потому что мне сейчас или мультик смотреть, или по дороге ехать. Понимаете, и мне надо было все записывать. Я благодарю папу. Он делает, когда хочет и что хочет. Amen. Ты ему не говоришь, папа, вот я вот сейчас в своем офисе, пожалуйста, сходи. Понимаешь? То есть, не-не, он делает, когда хочет. И поэтому мы берем все у нашего папы. Amen. Мы благодарим его. И сейчас Бог почему-то опять меня погрузил в мою тему. Я скажу, именно в мою тему, тема восстановления, тема созидания личности, тема освобождения из рабства. И мы с вами продолжим начатую как бы серию, я скажу, восстановление личности, да, восстановление человека. И сегодняшняя тема, опять она будет примерно в то же русло. Я вам серьезно говорю, если меня дернуть за эту тему серьезно, я могу год проповедовать насчет нее, и каждый день ты будешь получать новое откровение. Потому что это глубочайшая сфера, глубочайшая сфера. В этой сфере, в сфере восстановления личности, дьявол как никогда постарался и потрудился. Вы знаете, много чего он сделал, но это было его фокусом с самого начала, где было Адам и Ева. Деградация, кража, уничтожение. Это было самое начало. Доказать тебе, что ты никто. Объяснить тебе, что ты ничто. Создать вокруг тебя ситуацию. Поставить правильных людей, которые исповедуют в кавычках правильные вещи в твою жизнь. Чтобы ты никогда в жизни. Почему дьявол ненавидит меня? Почему он ненавидит все связанное со мной? Потому что одно слово, несущее истину, освобождает твой разум, дух, твою волю. И ты начинаешь думать по-другому. Ты начинаешь жить по-другому. Самое интересное, ты начинаешь даже хотеть чего-то другого, аминь? Не так, дорогие мои, сегодня очень уникальное название. Проживи свою жизнь. Вы знаете, почему проживи свою жизнь, ударение на слово свою. Не читайте эту тему так, а проживи свою жизнь. Ну. Я сейчас не говорю. Мы все проживаем наши жизни, и у кого-то прошло уже 10 лет, и вспомнить нечего. Если бы не твои видеокассеты, которые ты снимал за столом, когда ты режешь торт и дуешь на свечки, у тебя вообще жизни нет. Аминь? Только по тем вот маленьким кассетам можно вспомнить, а, вон что оно было, окей. А так, в принципе, же ничего не было. То есть, как бы, дорогие, проживи свою жизнь. У тебя есть своя жизнь. Ты знаешь об этом? Ты знаешь об этом, что на твою жизнь, твою, покушаются. И людям не нравится, когда ты начинаешь жить своей жизнью. Думать своей головой. Желать своих вещей и мечтать о своих достижениях. О, здесь вокруг тебя начнутся сразу много недопониманий. А ты кто? Что ты о себе возомнил? И самое интересное, что все-то вокруг тебя знают, Ванечка, ты мой родной. Тебя же все знают, ты же никто, зовут тебя никак. Что это в твою голову попало, а? Что? Замуж решила выйти? А, вон оно что. А, у тебя мечта стать в пророческом движении лидером? Ох, то, что это о себе возомнило? А, у тебя мечта влиять на нации? Ну, такого вообще у нас не бывает. Дорогие мои, на твою жизнь покушаются. Проживи свою жизнь. Моей мечтой, послушайте, моей мечтой почему-то, я не знаю, много лет
постоянно было то и продолжает быть то, чтобы помочь другим состояться. Я не знаю почему. Мне нравится видеть раба, который рвет свои цепи. Нет, не я их рву, он сам их рвет. Ты слышишь меня? Мне нравится, когда люди начинают понимать, так это же все игра, которую придумал дьявол. А давайте мы испортим ему игру. Амин. Давайте мы изуродуем все правила и перепишем. А оказывается, не он хозяин, ты хозяин. А оказывается, внутри тебя живет что-то настолько огромное, которое сотворило все вокруг. Оказывается, внутри тебя заложен динамит, и ровно настолько ты дашь Богу дышать через тебя, ровно столько и Он и сможет сделать через тебя. Позволишь ли ты Ему употребить тебя? Я позволил, мне очень нравится это делать. О, проживи свою жизнь. Вы знаете, мне нравится помогать и видеть людей другими состоявшихся. Мне нравится, когда большинство из вас, я так скажу, поменялись, когда встретились с центром, поменялись, когда встретились с проповедями. И я наслаждаюсь, но мне мало. Это как торчок, которому надо дозу увеличивать. Мне мало моих двух церквей, мне мало ячейки, мне мало всего. Я хочу больше. Мне хочется еще больше. Сколько тебе? Не знаю. Но я чем дальше, тем голоднее. Чем дальше, тем еще мечта больше. Чем дальше, остановись, не могу, подсел. Бесполезно останавливать. Окончательно подсел. А, вы знаете, когда я вижу, что препятствие в твоей жизни, это не люди, а ты сам, мне просто кричать хочется. Вы знаете, это одно дело. Сегодня мы поговорим о препятствии, которым являешься зачастую ты сам в своей жизни. Очень часто мы говорим с вами о людях, о факторе людей. И кто вырывается из этого фактора, кто отрывается от этих мнений, тусовок, атмосферы. Люди начинают двигаться куда-то и состояться, и что-то достигать в своей жизни. Но сегодня я хочу немножко затронуть тот фактор тебя самого. А когда ты сам мешаешь себе, когда ты являешься никто тебя не держит, на тебя никто уже не влияет, ты уже всем, кому мог, сказал, и откуда он мог уйти, ушел, и что дальше? Дальше что? А я думал, что ты думал? Куда ты шел? О чем ты вообще мечтал? А я думал, что лозунгов наелся? Когда ты являешься фактором сдерживающим, я так скажу, это самый страшный фактор. Самый страшный фактор – это не люди, удерживающие тебя, это ты, удерживающий сам себя. Ты доказал себе, что ты никто. Вот это уже проблема другая. Когда кто-то вокруг тебе говорит, ты никуда не идешь. Да нормально, рот закройте, я знаю, куда иду. Ах ты какой, да такой? Но когда ты говоришь, да, я урод, я не состоялся, я ничего не могу, ничего не умею. И когда все скажут, так ты никто, спасибо, подтверждение в духе получил. Понимаете, о чем я говорю? Я имею в виду, что тебе легче общаться с никем. Знаете, почему мы находим людей больше в обществе, которые никуда не достигают, потому что им там комфортно. Их совесть успокоилась, им больше никто не бросает вызов. Но как только ты попадаешь в общество, которое куда-то движется, начинается дискомфорт. Тебе начинают говорить, ты на домашнюю группу ходишь? Нет, не хожу. А почему? И тебе надо объяснять. Легче просто сдернуть и расслабиться. Меня же никто не трогает. Делаю, что хочу. Наша гравитация затягивает нас туда, кем мы являемся. Уже ты говоришь, да, я ненавижу религию. Ну и что? Что дальше? Дальше что? Хорошо, ты ненавидишь людей, хорошо, ты освободился от мнения людей. Все, медаль тебе, грамота. Дальше что? Что дальше? Дальше жизнь есть, амин? У некоторых жизнь, послушайте меня, сосредоточена на том, чтобы вырваться. А дальше они еще не продумали. Понимаете, да? У них вся жизнь сосредоточена, я вырваться хочу. Все, отпустили его. А дальше? А я не знаю. Надо посоветоваться. Я говорю, куда ты идешь? Ты знаешь, я настолько, моя мечта была вырваться, что дальше не продумано было ничего. И потом начинается, потом ты начинаешь встречаться, знаешь, с кем? Знаете, что очень легко сражаться с людьми вокруг?
Очень легко сражаться, если скажу так, не с людьми, а с духами, которые в них. Очень легко вырываться, доказывать кому-то что-то. А когда ты остался один на один, с кем ты сражаешься? Ты с собой! И знаешь что? Ты себя лучше всех уговоришь никуда не идти. Вы знаете, когда мне говорят, не иди, мне почему-то хочется встать и идти. А когда я лежу на кровати, меня уже никто не атакует. Ко мне уже религиозники не звонят, меня уже не достают. И я лежу и атакую себя сам. Пойду в церковь? Не пойду. О, слава Богу за открытое радиовещание. Теперь могу вообще с кровати не сладить. Хопа, наушники, и я весь в помазании. Вы понимаете, что я говорю? Ты сам сдерживающий фактор своей жизни. Ты сам. Почему? Потому что ты не продумал, куда дальше идти. У тебя есть два шанса прожить жизнь, как видишь ее ты, или прожить свою жизнь, как видят ее другие. У тебя есть два шанса. Другие видят твою жизнь чуть-чуть иначе, чем ты. Вы это заметили вообще-то? Как-то совсем по-другому они видят тебя. Почему-то они видят тебя по-другому. Когда ты живешь не своей жизнью, во-первых, ты никогда не будешь счастлив. Это первый фактор. Некоторые люди говорят, ну и что? Зато у меня атак в жизни нету. Ну и что? Меня больше никто теперь не гонит. Я знаю, но ты недоволен. Ты несчастлив. Лучше ты будешь в гонении, в атаках и счастливым, чем всю жизнь под матрасом, спокойным и никому не нужным. Аминь? Кому такая жизнь нужна? Кому? Боже мой! Так когда тебя атакуют, это значит, есть что атаковать. Это значит, кому-то ты там натер мозоль. Где-то там что-то не то. Поверь, просто так не атакуют. Атакуют обычно так, или ты кому-то зло сделал, должен. Но в христианстве атаки другие. Ты дьяволу должен. Ты слишком много уже зла ему сделал. О, дорогие мои, я хочу, чтобы вы меня сегодня поняли. Простая, но очень фундаментальная тема. О, Боже. Когда ты живешь не своей жизнью, ты недоволен, никогда не будешь счастлив. Во-вторых, это медленное, но уверенное уничтожение себя. Люди, чем дальше отходят от своего призвания, чем больше затыкают свой внутренний голос. А знаете что? А теперь у меня детки. Мы деток родили. Только свободная минута, и ты... Ну, надо еще... И мы себя пытаемся всю нашу жизнь забить чем угодно. Мы пытаемся завалить нашу жизнь ситуациями, друзьями, детьми. Детей нарожал. Да ты детей нарожал не потому, что ты их любишь, а чтобы заткнуть то, что внутри кричит тебя. О, это к некоторым, я знаю. Это вообще в теме не должно быть. Да кто-то там где-то слушает, это вот им надо. Дорогие мои, послушайте меня. А что если... У Бога есть огромная судьба. Они говорят, так такого не было. Вот именно, этого еще не было. А что если у Бога есть такая мечта для каждого из вас, что каждый из вас в шоке будет, когда начнет приходить в нее, входить в нее. Проживи свою жизнь. Жизнь у тебя своя. А советчиков много. Мне жаль тех людей, которые водятся советами. Водятся своим внутренним голосом, который постоянно их обламывает. Не буду рассказывать про внутренний голос. Особая тема вообще-то. Да, когда ты не живешь своей жизнью. Да, когда, вы знаете, когда ты не живешь своей судьбой, ты попадаешь в категорию людей, которые живут спокойно, у которых все идет своим чередом. Но вы знаете что? Наша натура человеческая, если честно взять, она ненавидит все это. Мы даже хотим с вами купить другие стаканы. Не потому, что ты их не любишь, а потому, что они тебе надоели. Вы понимаете? Человек так создан. Он хочет чего-то другого. И ты хочешь подарить эту одежду, она плохая. Нет, она мне надоела. Не потому, что ты с жиру бесишься, как говорят, а потому, что тебе все надоело. Натура человека. Мы жаждем с вами жить эту жизнь. Нам вложено что-то внутрь. Почему, когда ты смотришь на какие-то картинки, тебе хочется поехать и туда, и встретиться с этими людьми, и посмотреть эту вещь, и побывать там, в том лесу, просто прогуляться, и полететь на другой конец света, и там просто посидеть на берегу океана. Почему? Внутри тебя что-то жаждет жить.
Мне так жаль людей, которые никогда не выезжали со своего города. Это самое страшное. Некоторые люди приезжают на мои конференции, когда мы уезжаем, знаете, и они говорят: первый раз, пастор, только из-за тебя я выехала. Я говорю: что? Из моего Мухосранска. Мне так страшно. Чего? Люди сдерживают сами себя. Никогда в жизни не познав ничего, никогда в жизни не бросив себе самому же вызов. Ничего не достигаем, уходим из жизни недовольны. Да, когда ты будешь жить своей жизнью, у тебя будет много своих ошибок. Послушайте меня. Некоторые люди думают: я не хочу ошибки. Ты не понял, я наслаждаюсь моими ошибками. Ты не проживешь жизнь без ошибок. У меня трое детей воспитывается, и я знаю, что с самого рождения это ошибка на ошибке. Он учится ходить, он учится есть, он учится на горшок ходить. Он все учится делать. Почему ты перестал учиться? Где ты остановился? А, хватит, достаточно, да? У тебя будет много своих ошибок, падений и неудач, но зато у тебя не будет чужих побед. Ты слышишь меня? О, мы сегодня поговорим о чужих победах. Ты как бы в стороне. О, аллилуйя. Но тебе же свою победу хочется. Тебе приятно наблюдать чьи-то победы и достижения. Но честно внутри скажи: ты же хочешь свое. Ты же мечтаешь о своем. Я хочу победить. О, Иисус, я хочу просто бросить тебе вызов и все, прожить свою жизнь. Да, она будет отличаться. Она будет иногда в разочаровании. Иногда она будет в ошибках. Иногда ты неделю в слезах проведешь. Иногда, как я, от сердца таблетки будешь пить. Но она моя, и я ее люблю. Я наслаждаюсь моей жизнью и моими ошибками, потому что ее живу я. Но я также наслаждаюсь другой стороной своей жизни. Это победами, захватом. Это тем, что Бог дает. Дорогие мои, одного без другого не бывает. И уходя от одного, ты лишаешься абсолютно другого. О, Боже мой, пойми меня. Я говорю к сердцу своего народа, к сердцу своей нации. Я лучше буду наслаждаться своими неудачами и получать оттуда уроки, чем быть частью чужих побед и чужой жизни. Ты знаешь, что такое? Я лучше буду наслаждаться своими ошибками, но они мои, я их делаю. Я делаю, я хоть что-то делаю. А он ничего не делает. О, аллилуйя, брат, о, аллилуйя, сестра. Как это? Слава Богу. Где ты? Ты где? А я как малейший из народа сего. Что? Бог дал тебе жизнь. Мы не говорим сейчас об этом смирении, которое вообще не должно присутствовать в тебе. Ты как неоткрытая игра. Знаете, я один раз... Можете себе представить? Просто вот представьте. Давайте просто вот с вами мысленно уйдем сейчас в одну маленькую историю. Я подарил своему сыну конструктор. Давно, давно. Лего-конструктор. Он попросил: папа, купи мне хороший. Я вложил туда много денег. Я ему раньше покупал маленькие, знаете, которые можно собирать быстро. Но потом я его купил дорогой, большой. Вы знаете что? Он его открыл. Он посмотрел, закрыл и сказал: папа, он говорит, он очень сложный для меня, я не могу. Потому что там действительно, там были массы. И он посмотрел, и знаете что? И по сей день эта коробка уже 2-1.5 года, я не помню сколько, она лежит у него в шифонере, неоткрытая. Можете себе представить? Мне как отцу, мне в принципе все равно насчет конструктора, но я имею в виду, представьте, папа дал тебе жизнь. Он тебе дал коробочку вот с этой жизнью, и ты ее открываешь и говоришь: Боже мой. Меня кто-то понимает здесь? И ты так закрываешь и говоришь: Папа тебе говорит: сынок, открой. Доченька, давай, начинаем играться. Знаешь что? Я тебе помогу. Я пришел, говорю: сынок, я тебе помогу, сын. Говорит: папа, я не хочу.
Вы знаете, он даже не захотел. Знаете что? Мне как отцу просто очень жаль потраченных денег, потому что они были выкинуты на ветер. Они никому. Хоть бери это и подари кому-то другому. Тебе подарена жизнь. Она новенькая, в упаковочке. Я задаю тебе вопрос. Ты ее открывал? Ты ее вообще открывал? Или тебя еще нет? Или ты только посмотрел, сказал, о, это же надо сколько вложить? Это же сколько нужно молиться и поститься, смотреть в эту инструкцию, Библия, которая... Там же ну, написано, как собирать конструктор. Библия называется, знаете, да? Это такой вот маленький мануал, по которому собирается жизнь. И ты как глянул, вот, мне ее даже читать влом. Не то, что работать по ней. Я лучше буду слушаться вот того брата, вот ту сестру-пророчицу и вот тех вот моих ходатаев, аллилуйя. И нам нормально, но твоя жизнь в коробочке. Слушай, знаешь что? Открой, открой. Ошибись! Что-нибудь сделай с этой коробкой! Открой ее, выложи ее! Я тебе даю гарантию, ты иногда что-то не туда приклеишь. Нет проблем, но ты работаешь, амин? О, облом, нет проблем. Назад в инструкцию. Где оно там? А, вон оно что. Дьявол, тварь такая. Вы знаете, иногда вот такие жизненные истории больше тебе дают толку, чем чьи-то проповеди и книги. Обыкновенная коробка с конструктором. И папа мне говорит, сынок, вот так и у меня. Я захожу, открываю этот шкаф, она там лежит. Большая, красивая, этот корабль огромный. И она лежит, все. Папа, я боюсь, я не могу, это слишком сложно. И папа мне говорит, вот так и с моими детьми. Они всякий раз ходят от своей жизни. Пришел на конференцию, заглянул в свою коробочку. Слушай, крутая. А на картинке, как она смотрится. На картинке-то она крутая. Сложенная. Уже кораблик видно весь. И ты начинаешь засыпать, и папа картинки тебе показывает. Не моей жизни, твоей жизни. Он показывает тебе картинку, как ты собираешь этот корабль, как ты им управляешь. И ты просыпаешься и обламываешься, что это не реальность. А я думал, проснусь, а я уже в своем призвании. Проживи свою жизнь, пожалуйста. Проживи ее, обломись хотя бы раз! Обломись хотя бы раз! Нет, я боюсь. А вдруг на меня посмотрят? Какая разница? Это мой Бог, моя инструкция и мой конструктор. Ну я обломлюсь. Иди отсюда. Подсказывать будет это крыло сюда. Я знаю, где крыло должно стоять. Потому что это мой кораблик. Иисус, спасибо тебе. За мой конструктор. Знаете что? Ты когда смотришь на кого-то крутого, он не крутой вообще. Он просто открыл свою коробку и начал. Другие. А я им говорю, свой, откройте. Конструктор есть. Ну да, если откройте. Не, я лучше буду в команде вспоможения. Вспомогать. Себе помоги один раз. Я лучше буду ходатаем вот этого помазанника, это легче всего сказать. А свой конструктор открыть слабо? В свою жизнь заглянуть? В миллион кусочков, которые нужно склеить? Amen? Боже. Да, меня ненавидят, поверьте. Меня иногда ненавидят лютой ненавистью. Те люди, которых я даже в глаза не видел. Странно. Обычно ты человеку должен что-то сделать плохое. Чтобы заработать ненависть. Ну, как бы, по инструкции. Как бы я дам тебе в чердак, а ты меня возненавидишь. Аминь? Нормально, так работает. А что ты меня ненавидишь, когда мы тебя не видели даже друг друга в лицо? Че, мой конструктор нравится, да? Я конструктор увидел, да? Знаете, мы иногда как дети смотрим. Папа, я тоже такое хочу.
папа, купи мне! Папа говорит, у тебя есть, открой. Он не такой. А я тебя не таким и сделал. Я хочу, чтобы вот такой примерно был. Это его конструктор. У тебя есть свой. Открой свою коробку, и ты будешь в шоке от того, что там находится. Там твоя жизнь. Не чужая. Не шаповаловская, ни какого другого человека. Там твоя жизнь. Твой оригинал. Твой корабль. Твоя судьба. Да, со своими ошибками. С ярко выраженными встревонами. Но ты же не всегда смотришь инструкцию, так? Я тоже не всегда смотрел. Я так думаю, знаете, я сам сделаю. Кто из вас конструктор брал и говорил, я сам делаю? Тебе не лезом эти все инструкции. Раз, раз, раз. А что такое? Куча запчастей осталось. Заметили, да, такой? Как это? Вроде кораблик, ничего. А это гора мусора откуда? Папа говорит, а ты это, не химичь мне тут. А ну разбирай кораблики, назад все вставляй. Потому что как он начнет плыть, вот тут и поймешь потом, где эта гайка была. О, боже, все нормально, разбирай, не хочу. Уже 5 лет жизни строил, нормально. Наслаждайся, построил. А тебе представь, ты ремодел делаешь. Реконструкцию. Я уже в этой церкви столько лет. Теперь что, это все переделывать? Да, все придется переделывать, потому что по инструкции ты там не должен быть. Как это? А вот так. Папа тебе скажет, где что, куда какой болтик. О, да, меня ненавидят. Поверьте, меня есть за что ненавидеть. Потому что я живу свою жизнь. Ты начнешь жить свою, о, вокруг тебя появятся ненавистники. Они скажут, таких корабликам нельзя здесь. Что это ты, сестра, себе возомнила? Брат, а это, я не понял, это высшей меры наглость. Что это ты на глазах у всех строишь? А? А ты? А? Ты соблазняешь других. Они тоже хотят строй. Так? Все коробки сдать? Сдать, я сказал. Не отдам. Сдать, я сказал. А я хочу. Нельзя. Наши церкви ничего не строят. Наши церкви слушают и поют песни. Все. Строить нельзя. А я хочу строить. Я хочу еще достраивать. Расстраиваться. И знаете что? Я еще люблю другим помогать. Иди сюда со своей коробкой хлама. Я тебе помогу. Я открою инструкцию. Дам тебе пару направлений. Помогу тебе. Да, я еще строю тоже. Не переживай. Но я чуть-чуть уже... Ну, у меня хотя бы... Вот тут больше бок уже выглядит как-то. А ты ходишь с этим парусом. Куда его? Куда его? Подожди. Ой, ну сколько откровений на коробке конструктора. Боже мой. Папа шутник. С флагом бегаешь. А? Он такой хороший. Нормально. Продолжай, знаешь, что делать? Продолжай смотреть на коробку и складывать. О-о-о-о-о-о. А потом говоришь, знаешь что? Зачем мне корабль? Да люди обычно, а давай я лодочку на веслах сделаю. Ну быстрее ж будет. Раз и а-а-а. Слушай, ну на картинке ж не то. Ну на картинке же ж не то. Там не весла. Там такие трубы стоят. И они всем пророчествуют. Труба, труба. Много труб стоит. Всем труба. Ну ладно, это так, с контекста вышло. Аллилуйя. Но ты же плывешь на своем кораблике. Знаешь, почему люди завидуют? Потому что они не должны на кораблике на своем, на веслах плыть. Завидует только тот, который не сделал то, для чего он рожден. А тот, кто сделал, он говорит, молодец, молодец, благословляю, потому что он доволен. Он счастлив, он никому не завидует, у него своя судьба.
У него своя коробка. Да, у меня еще были неправильно поставленные вещи. Да, я свою вообще шлюпку спустил раньше, чем надо. Спасибо, папа, что ты шлюпку затащил и спасательный круг бросил. Слава Богу. И он сказал: сынок, я тебе сказал, не шлюпка. Папа, ну это ж долго. Ничего, я тебе помогу. Папа, ну это ж сколько? Тут на шлюпку день, а там на трубу целый год. А на мотор, папа. Подожди, сынок. Зато на шлюпке только раз-раз, и ты уже... А там движок как включил, шабу. Дизель, второй движок включил, у, там два, да, нет, там три. Он третий запасной. Почему, папа? Да потому что тебе через океан надо плавать, а на веслах не догребешь. Ты слышишь меня? Ты же смотришь на свою картинку и говоришь, не то это. А тебе все остальные говорят, нормально, мы все тут такие. О, Jesus. Ты своими трубами, моторами мешаешь нам плыть. И мы на твоем фоне вообще выглядим как-то странно. Когда всем мы тебе разрешим, знаешь что? Номерок на шлюпке другой пробить. А вот мотор, мы тебе вставим сейчас мотор. Мотора даже у пастора нет, что ты возомнил себе. Я же вам говорил, что сегодня будет интересно. И потом кто-то скажет, он против меня проповедует. Конечно, если ты на шлюпке. Я говорю тебе, что у тебя корабль, у тебя что-то мощно. Ты просто сам себя остановил. Знаешь что? Ты уже ее склеил, а у тебя еще два ведра запчасти от этого конструктора. Куда их девать? А я их спрячу, чтобы они мне не напоминали. Они меня раздражают, эти два ведра. Когда кто-то подходит и говорит, ты доволен? Вообще не спрашивайте меня. Доволен я! Очень доволен. О, да, дорогие мои. О, да. Я вам честно говорю, меня ненавидят. Есть за что ненавидеть. Я живу свою жизнь. Живу так, как хочу. Мечтаю, о чем хочу, и достигаю, чего хочу. Слышишь меня? А как так можно? А вот так! Моя коробка и моя жизнь. Слышишь меня? И я складываю из нее именно то, что папа на ней нарисовал. И для меня будет ужасно, страшно, плохо, когда я буду строить из своей коробки то, что у тебя папа нарисовал. Потому что оно не состыковываться будет. Оно не пойдет. Да, у него оно плывет, а у тебя оно тонет. Потому что не то, совсем не то. Запомните, ненависть может вызвать только личность. Алло, тебя ненавидят? Нет? Ты еще не личность. Как это? Раб никогда ненависти не вызывает. Раб, иди, иду. Стоять, су. Раб ненависти не вызывает. Ненависть вызывает личность. Я сказал так строить. А я знаю, как строить, что это себе возомнил. А я не понял, а ты вообще кто такой, чтобы говорить мне, что я себе возомнил? Я не понял, давайте что-то разберемся здесь. Кто вообще в хате хозяин? По-моему, папа. А не ты, без мотора. Догреб, чтобы сказать тебе слово. Я бы, честно, я бы рассказал, все, но я сдержусь. Потом очередной ремикс кто-то сделает опять. К великому прискорбию, дорогие мои, только считанные христиане, дети Божьи, проживают свои жизни. Свои жизни. Не так, как кто-то им говорит вставить. В свои жизни. Собирает свою вещь, красит ее как хочет, ставит туда то, что нарисовал папа на коробке, то, что показал в мечте, то, что открыл в духе. О, дорогие мои, если бы вы поняли, как это все совпадает. Даже с повседневной жизнью совпадает.
ты будешь удовлетворен только тем, что отец заложил тебе внутрь. Ты не удовлетворишься. Запомните, дорогие мои, просто запомните. Никогда, никогда у тебя удовлетворения не будет внутри, если это не твое. Оно, знаешь, будет проплывать. Ты, да, ты на своей, знаете, там, весле. Ты говоришь, а я, знаете что, я запасные весла возьму. А вдруг эти сломаются? А когда рядом проплывает что-то огромное, жаба давит, да? Давит. Знаешь, почему давит? Потому что у тебя примерно такое должно быть, если не больше еще. А ты его, хляш, он о себе возомнил. Тварь такая. Ту-ту, хорошо отплыву, ё-моё. Волны эти, да что такое вообще? Приехал сюда. Раз, два, мы тут уже 15 лет гребем. В нашей стране, я сказал, пробуждения не будет. Я сказал, не будет. А Бог на коробке сказал, будет. Будет и в твоей, и в твоей, и в моей. Будет. Гля, раскачался, проплыл, волны, волны. Что это мы тут? Братья, давайте соберемся. Что это мы тут бьемся лодками друг друга? Ну такое вообще. Нашу пристань раскачали. Приехал. А что это вы туда едете? А что это? Сидеть, я сказал, мы вам всем шлепки выдадим. Вы можете даже не строить. Мы вам их подарим. Вот это сила. Не надо платить цену, мы быстренько все с ребятами, с братьями договоримся. Раз, два, и вы все в шлепках. Не надо. Не-не, у тебя есть коробочка, открой ее. Вы знаете, почему Саул даже в подметки не годился Давиду? Потому что Давид жил свою жизнь, а Саул чужую. Всю жизнь. И мы прочитаем с вами две вещи и слово. Всю жизнь он делал то, что ему говорили кто? Люди. Бог ему говорит, сделай. А он, не могу. Он говорит, я сказал, по коробке вот так надо строить. Нет, не буду. Почему? Убоялся народа. Народа? Бог вообще раскаялся даже, что Саула поставил царем. Давайте прочитаем. Первое царство, 13 глава, с 8 стиха. Первое царство, 13:8. Вышел царь на войну. Держите на экранах. Вышел царь на войну. Немножко предыстория маленькая, чтобы все были в курсе. Вышел царь на войну. И он должен дождаться был Самуила, помните? А Самуил не приходил. И Саул решил свое служение строить. Ты знаешь что? Наверное, я помолюсь вместо Самуила, потому что не идет. Вообще, братан где-то заснул, забыл, наверное. И ждал он 7 дней до срока, назначенного Самуилом. А Самуил не приходил в Галгал. И стал народ разбегаться от него. И Саул сказал, наверное, я энкаунтер буду делать. О, это глубина. Некоторые, ага. Наверное, я буду энкаунтер. Я сейчас сделаю энкаунтер тоже. А то народ как-то разбегается. Это аллилуйя. Да, раз, раз, и все. Самуил не приходил, гагал, и стал народ разбегаться. Вот причина всех наших бед. Народ разбегается. Что мне делать? Я буду строить мой кораблик. Я буду строить вот так. Раз, раз, помогу Богу, чтобы не разбежал. Что вам надо? О, музыку тишите. Хорошо. А вам не нравятся флаги? Сломать флаги. А вам золотые зубы не нравятся? Так теперь с этого момента золотых зубов не будет. А если будут, рот закрыть, чтобы не блестело. Об этом не говорить, это не говорить. Только говорить это и это. Что? Может, вот поэтому и разбегается народ из твоей церкви. Смотри. И стал народ разбегаться от него. И сказал Саул, приведите ко мне, что назначено для жертвы всесожжения и для жертв мирных. И вознес всесожжение. Он не имел права, это не его конструктор. Он не должен вообще касаться ничего. Буду стоять и ждать. Нет, его жалкая душонка не могла смотреть. Убегай,
О, убегаем. О, что мне делать? О, что мне делать? Быстрее, быстрее, телят сюда, телят. Ему не Бог надо был. Ему нужно было быстрее удовлетворить тех, кто разбегался. Эймен. Посмотрите вокруг, что вообще происходит. Пусть бегут неуклюжие пешеходы по лужам. Не знаю, что вырвалось. Совок глубоко сидит. Аллилуйя. Что-то всегда вырвется песенка какая-то. Смотрите. И вознес всесожжение. И едва он окончил всесожжение, вот приходит Самуил. И вышел Саул к нему навстречу, чтобы поприветствовать его. Все нормально, мы уже без тебя справились. Но Самуил сказал: что ты сделал? Саул отвечал: я видел, что народ разбегается. Вы видите корень проблемы? Корень проблемы. Разбегается народ. Тебе не надо народ. Тебе нужно послушание слову Бога. Пусть бегут. Какая разница? Бог сказал ждать. Останусь один, но буду ждать. Ну что Бог сказал? Никакого компромисса. А я уйду, не переживай. Вернешь я назад. Потому что Бог строит то, что Он хочет. Начни делать то, что Бог тебе говорит. Не смотри. И жизнью. Вы знаете, что он не жил своей жизнью? Скажите мне, этот человек жил своей жизнью? Но! Он руководился. А знаете, теперь он еще в худшую проблему попал. Теперь ему надо разобраться не только с народом. Тебе надо еще с Самуилом разобраться. Бога, на Бога-то ему плевать. И вот это люди попадают в эти ситуации. Вы заметили, люди, которые строят свой кораблик и по своему пониманию. Им надо со всеми договориться, всех удовлетворить, на все союзы съездить. А Бога ты спросил? А может, тебе не надо? Пусть бегут, пусть ненавидят, пусть сваливают. Знаешь почему? Потому что Бог приготовил что-то огромное. А у меня написано, вот так надо делать. Надо стоять и ждать. Что дальше? Что ты сделал? Саул отвечал ему: народ разбегается от меня, а ты не приходил ко мне. А ты виноват. К назначенному времени филистимляне же собрались в Михмасе. Тогда подумал я, теперь придут на меня. Можете представить? Он уже начал свой сценарий рисовать. Они придут на меня. А я еще с Богом даже не подружился. Можете представить, насколько человек был далек от Бога? Что он вообще даже не понимал всей ситуации. Послушание дороже жертвоприношения. Дороже. И смотрите, и он подумал, там ничего не было. И тогда подумал я, теперь придут на меня филистимляне в Галгал, а я еще не вопросил Господа. И потому решился принести всесожжение и сказал Самуил Саулу: худо поступил ты, что не исполнил повеление Господа Бога твоего, которое дано было тебе. Ибо ныне упрочил бы Господь царствование твое. Можете себе представить? На вот этом дешевом, простом, обыкновенном моменте принести жертву или не принести, или даже во времени держалась вся твоя судьба. Держалась вся твоя судьба, Саул! Не тронь. Бог сказал: не с места, не с места. Все уйдут, все отрекутся, пусть отрекутся. Дважды это нет проблем. Я буду ждать. В инструкции написано: сидеть и ждать. Не переживай, как отвернулись, так быстро и повернутся. Это люди. Смотри дальше. А я еще не попросил Господа, потому я решился принести всесожжение и сказал: Саул, худо ты поступил, не исполнил повеление Господа Бога твоего, которое дано было тебе, ибо ныне упрочил бы Господь царствование твое над Израилем навсегда. Но теперь, опа, не устоять царствованию твоему. Что? Я же овечку принес. Не в овечке дело. Бог дал ему тест. Знаете, почему задержал Бог Самуила? Он дал ему тест. Ты живешь чьей жизнью? Своей или людей вокруг? И он не сдал тест.
И когда мы видим, он продолжал не сдавать этот тест, он продолжал все проваливать, он продолжал слушаться народа, пока Бог просто не убрал его с этой земли. Но Давид, о, это не та личность. О, это не тот человек. Один, так один. О, спасибо тебе, папа. Бог поднимает Давида, в аминь сейчас. О, я вам серьезно говорю, Бог поднимает этих людей. Он поднимет целое поколение этих людей. Ни один, ни два, массы этих людей будут. Полностью проданные Богу. Ибо ныне упрочил бы Господь царствование Твое над Израилем навсегда, но теперь не устоять царствованию Твоему. Господь найдет себе мужа по сердцу своему и повелит ему Господь быть вождем народа своего, так как ты не исполнил того, что было повелено тебе Господом в инструкции. Ты инструкцию не сделал. Ты начал делать то, что люди тебе говорят. Слушайте, скажите мне, пусть лучше бы у Саула было свое поражение, чем вот такая победа. Вы слышите меня? На тот момент ему казалось, и многим из нас кажется, что сейчас это победа, но это поражение всего твоего царства. Лучше бы они пришли, все разбежались, они тебя атаковали, и даже потери какие-то ты понес. Но такого Бог не предназначил. Даже я лучше возьму поражение в послушание, чем победу не своими руками и слушаться людей. Дорогие мои, лучше быть в повиновении у Бога и обломиться где-то, чем быть в повиновении людей и сделать как бы победу. Вот народ от меня не разбежался. Ты, Саул, считаешь, что это победа? Плохо считаешь, потому что это и есть твое полное поражение. Подумайте очень внимательно. Именно из-за этой победы, в кавычках, он потерял все. Кого всю жизнь пытался удовлетворить Саул? Бога или людей вокруг? Кого ты хочешь удовлетворить? Ответ. Хорошо читать Библию. Чьей жизнью ты живешь? Чьей жизнью живешь ты? Она у тебя есть? Кто говорит в твою жизнь? Бог, люди. Кто останавливает твою жизнь? Кто мешает тебе состояться? Кто-то вокруг, ты сам? Подумай очень внимательно, очень внимательно. Давайте прочитаем еще одну, у меня немножко время есть, еще одну победу, в кавычках, Саула. 1 Царств, 15 глава, подвиги продолжаются. Эта личность, у него что ни выход, то залет, то поражение. Вы вообще берете что-то для себя сегодня, Царь? О, дорогие, я хочу, чтобы вы сегодня вышли конкретно с духом победителя. Люди, которые решили жить свою жизнь, тебе скажут, так у тебя ошибки будут. Да, будут, уверяю вас, будут. Но это твои ошибки, это твоя жизнь, наслаждайся ею. Я ошибки исправляю, не приклеил не туда, отклеил, склеил. О, теперь нормально, все по инструкции. А там не так было, все нормально, сейчас глянем, все хорошо. Это моя жизнь, я ее строю, ты строй ее тоже. Бог дал тебе ее. 1 Царств, 15 глава, с 1 стиха. Смотрите, уникальная еще одна вещь. Сегодня мы почитаем немножко. Некоторые говорят, он так мало Слова Божьего читает. Ничего, сегодня почитаем. Все нормально, да? Дышим ровно. И сказал Самуил Саулу, Господь послал меня помазать тебя царем над народом его, над Израилем. Теперь послушай гласа Господа. Так говорит Господь Саул, вспомнил я о том, что сделал Амалек Израилю. Смотрите, что Бог говорит. Как он противостал ему на пути, когда он шел из Египта. Теперь иди и порази Амалека, истреби все. Тебе опять дается инструкция. Вот надо строить. Вот так надо строить. Смотри. Истреби все, что у него, не давай пощады ему. Но предай смерти от мужа до жены, от отрока до грудного младенца, от вола до овцы, от верблюда до осла. И собрался у народ. И насчитал их всех Талмиде 200 тысяч израильтян. Серьезная армия. Пеших и 10 тысяч из колена Иудина. И дошел Саул до города Амаликова и сделал засаду в долине. И сказал Саул Кананеям, пойдите, отлядите, выйдите из сферы Амалика, потому что мне не погубить вас, ибо вы оказали благосклонность всем израильтянам, когда они шли из Египта. И отделился Кананияне из среды Амалика, и поразил Саула Амалика от Хавилы
до окрестностей Сура, что перед Египтом Агага. Царя Амаликова захватил живого, а народ весь истребил мечом. Но Саул и народ пощадил Агага, и лучших из овец и волов, откормленных ягнят, и все хорошее, и не хотели истребить. А все вещи маловажные, худые, истребили. И было слово Господне к Самуилу. Ха-ха. Смотрите, такое. «Жалею, что поставил я Саула царем, ибо он отвратился от меня и от слова моего и не исполнил». И опечалился Самуил и взывал Господу целую ночь. И встал Самуил рано утром и пошел навстречу Саулу. И известили Саула, что Самуила, что Саул ходил, накормил и там поставил себе памятник. Памятник? Памятник? Ты идиот! Какой памятник? Ты только что прошляпил все! Ты потерял все! Памятник? Вот у них какой-то заморочка. Давид себе памятник делал? Нет! А угадайте, кто еще делал? Авессалом. Ты как идиоты себе памятники строят. У нас тоже там... Вы видели, сколько памятников? Одни идиоты. Самое интересное, они себе сами любят памятники делать. Да. Смотри. Ой, Боже. Еще один памятник. Тут целая тема. Времени нет просто. Тут памятники строят. Смотри. Поставил себе памятник и сошел в Галгал. Он думал, ну все нормально, победа за мной, можно же и немножко памятничек. Так, ребята, профиль такой, носик нормально, все четко. Да-да, сделаем из бронзы, чтобы жил вечно. Аллилуйя. И смотри. И сошел Гагал, когда пришел Самуил в Саул, то Саул сказал ему: «Благословен ты у Господа, я исполнил слово Господа». Да нет, ты только что прохавал все и прошляпил все. Смотри, и сказал Самуил: «А что это за бление овец в ушах моих и мычание волов, которые я слышу?» И сказал Саул: «Привели их от Амалека, так как народ пощадил лучших из овец волов для жертвоприношения Господу Богу твоему». Твоему. У него даже своего Бога не было. Ты знаешь, такое твоему Богу? Потому что у меня моего нет. Господу Богу твоему. Смотрим дальше. Смотри. «Прочие же мы истребили». И сказал Самуил Саулу: «Подожди, я скажу тебе, что сказал мне Господь ночью». Нравятся мне люди, которые не боятся царю даже в глаза все высказывать. И сказал ему Саул: «Говори». И сказал Самуил: «Немалым ли ты был в глазах твоих, когда сделался главою колен Израилевых, и Господь помазал тебя царем над Израилем, и поставил тебя Господь на путь, сказав: иди и предай заклятию нечестивых амаликитян, и воюй против них, доколе не уничтожишь их. Зачем же ты не послушал гласа Господа и бросился на добычу и сделал зло перед очами Господа?» И сказал Саул Самуилу: «Я послушал гласа Господа и пошел в путь». Он до сих пор не может понять, что он у него глюки. Он пытается отмазаться. Смотри. И сказал: «Я послушал гласа Господа и пошел в путь, куда ты послал меня, Господь, и привел Агага царя Амаликова, и Амалика истребил. Народ же и добычи, и завет волов, и взял лучше из заклятого для жертвоприношения Господу Богу твоему». Опять. У него вообще, он даже не рожденный свыше был. Смотри. «В Галгале. И отвечал Самуил: неужели всесожжение и жертвы столько же приятны Господу, как послушание гласу Господа? Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овно. Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство». Ничего себе. И противление тоже, что идолопоклонство. Вы понимаете, что такое? Ты не строишь по Божьему плану. Ты не строишь. Ты сейчас волшебник, колдун и извращенец. Когда ты делаешь то, что тебе люди говорят. Да, пусть никто вокруг тебя не останется, но я строю по плану Бога. Ты слышишь меня? По плану Бога. А что это? Что это? Мне не надо слушаться. Знай, кого слушаться. Знай, когда слушаться. Я не говорю, когда тебе кто-то пришел и дал умный совет. Но когда кто-то направляет судьбу твою и говорит тебе, кто ты, что тебе делать нельзя, опасайся. Опасайся. Ни я, никто, кроме Бога, не имеет права давать тебе координаты твоей судьбы. Ты слышишь меня? Я могу дать общее понимание, а Дух Святой из этого общего понимания возьмет эту фразу и эту фразу. И у меня будет одна тема, а у тебя сейчас будет другая тема, потому что Дух Святой говорит тебе совершенно другое. Ты слышишь меня?
Только он дает координаты моей и твоей жизни. Только он. Пойду, помолись за меня, пастор. Сам за себя помолись. Пастор, мне вот тут помощь нужна. Помоги себе сам. А что, не хочешь помочь? Нет, я воспитываю чемпионов, а не сопляжуев. Ты слышишь меня? А я думал. Я тоже думал. Много думал. Что мне делать? Воспитать сопляжуев или поднять чемпионов? А чтобы чемпионов поднять, иногда их не тоже надо разгрузить. Еще два ящика сверху. Ничего. А тебе ящик тяжелый, на тебе два. Так это уже три. Не переживай, когда два сниму, один вообще легко будет. Жизнь такая. Чтобы не выл. Смотри. Как послушание. Послушание лучше жертвы, повиновение лучше тука овну. Ибо не поклонься такой же грех, что волшебство, и противление тоже, что идолопоклонство. За то, что ты отверг слово Господа, я отверг тебя. Ничего себе! Если ты отверг план Бога и судьбу Его, Бог отвергнет тебя. Не строй свой корабль, не строй то, что нравится тебе. Смотри на картинку и начинай открывать. И начинай строить именно по координатам Бога. Он тебе скажет, что надо делать. Он тебе скажет, с кем общаться, с кем нет. Просто начинай слушать его. Смотри. Отверг слово Господа, и Господь отверг тебя, чтобы ты не был царем Израилем. И обратился Самуил, чтобы уйти. Но Саул, смотрите, дальше весело. Ухватился за край одежды его и разодрал ее. Тогда сказал Саул, ныне отторг Господь царство израильское от тебя. И отдал его ближнему твоему, лучшему тебя. И не скажет неправды, и не раскается верный Израилю, ибо не человек он, чтобы раскаяться ему. И сказал Саул, я согрешил, но почти меня перед старейшинами народа моего. Что? Ты, тварь, построил себе памятник. Только что обделался по всей программе. И сейчас вот этого сопляжуя еще нужно похвалить. Что? У тебя вообще с головой все в порядке. Боже, я не понял, что-то тишина какая-то настала. Все нормально. Я просто экспрессивно говорю. Аминь? Смотри дальше. Ну, зато когда я скажу, у тебя не будет недопонимания. Точно. Что это имел в виду? Вот это и оно. Смотри. Согрешил я. Почти меня перед народом и старейшинами народа моего. И перед Израилем. И воротись со мною, и я поклонюсь Господу Богу твоему. Опять Богу твоему. У него вообще, у него ни Бога, ничего. Это абсолютно личность, ничего общего с Богом не имеющая. И возвратился Самуил за Саулом, и поклонился Саул Господу, потому что сказал Самуил, приведите ко мне Агага, царя Амаликитского. Ну зачем такие названия? Правильно, чтобы поубивали всех. Смотри, да. Это не в программе, сори. И подошел к нему Агаг, дрожащий. Смотри, и сказал Агаг, конечно, горечь смерти миновала. Ты не к тому подошел. Ты подошел не к Саулу сыкливому. Ты подошел к Самуилу. И он тебя зарежет сейчас. Знаешь почему? Потому что в инструкции тебя надо убить. А как это? Сжалься. Нет, Бог сказал против. Бог сказал, так что мне делать? Не думать, слушаться. Строить по картинке, строить по плану, строить по инструкции. Что мне делать? Делать то, что написано в инструкции. Во-первых, прочитай ее когда-нибудь. О, мне нравится, когда люди живут своей жизнью. Да, ошибаются, да, спотыкаются, да, иногда мордой в грязь бьются. Они встают, умываются и потом не повторяют ошибок. Становятся крепче, умнее, лучше. Они пытаются что-то делать. Хотя бы попытайся. Смотрите. И подошел к нему Агаг дрожащий и сказал, как, конечно, горе смерти миновалось. Но Самуил сказал, как меч твой. Жен лишал детей, как мать твоя между женами, пусть лишена будет сына. И разрубил Самуила Агага перед Господом в Галгале. И отошел Самуил в раму, а Саул пошел в дом свой в Гиву, и более не виделся Самуил с Саулом до дня смерти своей. Но печалился Самуил о Сауле, потому что Господь раскаялся, что воцарил Саула над Израилем. Я практически даю гарантию, что любой из вас, понимающий всю серьезность этой ситуации, выбрал бы падение Давида больше, чем победы Саула. И потом выбирай, что это, а вот что это.
У меня никогда не было церковь возможности вам эту всю историю по-настоящему прочитать. Сегодня я прочитал. Я хочу, чтобы вы четко увидели, что произошло вообще в жизни Саула. И вообще, кто такой Давид? Это некоторые люди говорят, ну он лучше царь. Они вообще, разница полная. Ничего общего Саул с Давидом никогда не имел в жизни. Дорогие, знаете, просто сейчас скажу некоторые вещи и на этом закончу. Знаете, вокруг меня было масса советников. О, поверьте мне, я знаю. Которые постоянно мне твердили, не нужно этого делать. Ты поступаешь как глупец. От тебя все отвернутся. И если ты это будешь делать. И многое другое. Я не слушал никого, потому что у меня характер такой настырный. И на тот момент мне казалось, что действительно я сделал что-то не то. Сидя в слезах, после неправильного решения, очередного поражения, я думал, наверное, они были правы. Но пройдя весь путь, дорогие мои, я точно знаю, что я выбрал свой путь. Да, он был очень тяжелый, полный ошибок и частых падений и разочарований. Но этот путь мой. Если бы я послушал моих советчиков много лет назад, сейчас меня никто бы не знал, и я никому не был бы нужен. И я сидел бы разочарованный где-то на задней лавочке в жизни и неудовлетворенный внутри. Дорогие мои, да, я выбрал тогда мои поражения вместо их дешевых побед. И было дело, даже пожалел о том, что выбрал этот тяжелый путь. Но в процессе все обернулось наоборот. Их победы довели их в провал, а мои провалы и поражения привели меня к великим победам. Знаете, что самое интересное? Что все эти советчики и перестраховщики находятся там, где они и были. Нигде. Слушайте сюда. Они никто. Зовут их никак. И до них по сей день никому нет дела. Ты хочешь быть таким? Слушай их! Никому нет дела, только по одной причине. Потому что они решили прожить чужую жизнь. Воздайте славу Богу. Давайте мы встанем. Я верю, что я сегодня достаточно дал тебе пищи для твоего духа, разума. Папа меня просто повел в эти темы. Я не знаю, я наслаждаюсь, когда я просто разрываю этого тупого беса, который нас завел всех в тупость, который издевается над жизнями людей. И я верю, я знаю, что до конца моей жизни поднимется много чемпионов. Люди, думающих за себя. Люди, которые идут туда, куда им отец сказал. Думающих так, как Бог сказал. Смотри, дорогой, на свою коробочку. Продолжай ее открывать. Начинай уже вытаскивать детали, начинай склеивать, начинай входить в пост, который Бог тебе же год назад говорил идти. Начинай входить в эти молитвы, начинай читать ту книгу, которая с закладкой на 30-й странице лежит у тебя. Бог говорит, это твое, начинай строить, начинай строить. Бог сказал, строй, Бог сказал, строй. Отец, я благодарю тебя, я славлю тебя, я благодарю тебя за мою семью. Локальную, за мою семью, большую, глобальную. Я благодарю тебя, любимый, за то, что ты дал мне возможность говорить в жизни десятки тысяч людей. Я никогда не думал, что у меня будет эта привилегия. Я просто строил по инструкции и продолжаю это делать. Я благодарю тебя, мой любимый, что ты никогда не бросил меня. Да, были моменты, где я был один, абсолютно один. И были моменты, даже жалел, что потерял всех вокруг. Но этот голос, который был внутри меня, он почему-то утром и вечером говорил, сынок, иди. Сынок, я с тобой. Сынок, вставай. Сынок, я покрываю тебя. Не слушай. У меня есть для тебя судьба. У меня есть для тебя инструкция. Я благодарю тебя, мой любимый. Я благодарю тебя. Прошло много лет. А те, кто советовал, они никто. Прошло много лет, и я благодарю тебя за мою судьбу. Я не жалею ни дня, не жалею ни одной ночи, не жалею ни одной минуты. Я благодарю за каждое падение, за каждое поражение, за каждый урок, который ты дал мне. И я благодарю тебя. Я благодарю тебя, Отец. Ты поднимаешь сейчас поколение воинов, поколение победителей, поколение не боящихся сделать ошибку, поколение не боящихся открыть свою коробку.
поколение не боящихся заглянуть и начать строить. Я благодарю Тебя. Укрепи, Господь мой, нашу семью. Укрепи, Господь мой, нашу большую семью. Подними чемпионов. Подними чемпионов. Я благодарю Тебя, любимый. Я благодарю Тебя, любимый. Аминь. Воздайте Ему славу. Папочка, спасибо Тебе. Спасибо Тебе. Присядь.